Всем доброе утро. Сегодня я зашла в Лос-Кампо и увидела много потрясающих новинок. Хочу вам их показать и вместе с вами сама посмотреть. Напомню, что магазин находится на Константина Заслонова, дом 4. Это метро Лиговский проспект, рядышком. Вот. И начнем обзор вот с таких вот прекрасных, плотных джерси. Это трикотаж, который не пеленгуется. Пунто Милано. Производитель вискоза с эластаном, 2450 за метр, для создания просто потрясающих костюмов, таких в стиле casual или спортивных. Мягкая, приятная. И темно-синий цвет, и молочный, такой ближе к белому. Так, первое, на самом деле, что я хотела показать, не джерси, а пришли замечательные ткани для тренчи. Сейчас все как раз шьют тренчи, наступает сентябрь, наступает такая пора именно тренчей. И прекрасные позиции. Во-первых, я увидела потрясающий вариант от Burberry. Такой темный camel. Сейчас посмотрим, сколько стоит этот вариант. 1690 за метр. Рассчитывайте, что на тренч вам нужно 2,5-3 метра. Ну, плюс стыковка клетки. Чуть побольше. И можно сделать не обязательно тренч, это может быть и куртка, какой-то пыльник. В общем, оригинальный сток Burberry. Прекрасный вариант. Советую к нему присмотреться. Так, далее. Сальвадоро Феррагамо с плащевая ткань. Насчет пропитки уточните в директ, потому что я не уверена. 1690 за метр, хлопок 100%. И такой классический зеленый приглушенный цвет. Хаки. Так, и еще один вариант, его не смогу поднять. Пока что его много, но я уверена, что он растает очень быстро. Это Burberry. Тоже классический camel, такая довольно плотная ткань. Есть небольшой эластанчик, можно сделать куртку. Есть легкий лоск, что придает ткани изысканности. 1690 рублей за метр. Это еще не все. Прекрасные собачки Acne Studios на шопперы. Еще в наличии. Это не новинка, но они еще есть. Так, вот до этого варианта хотела добраться. Мне очень нравится этот цвет. Плащевая ткань Loro Piana. Такая довольно плотненькая, фактурная с одной стороны. И более матовая с другой. Цвет песочный, такой очень мягкий. Для тех, кто любит посветлее. Мне очень нравятся такие цвета. И прекрасная цена, хороший метраж. Вот для сравнения два цвета рядышком ставлю. Посветлее и потемнее. Так, ну переместимся к льнам, потому что это уже не новинки. Еще несколько вариантов льна. Даже если вы на этот сезон не собираетесь шить, очень советую присмотреться, потому что позиции очень-очень классные. Например, вот этот смягченный лен. Он не стоит колом. Он мягкий, приятный, просто шелковистый на ощупь. Специальная выработка. То есть это лен, из которых шьют премиальные бренды свои изделия, остатки с производств, потому что мы все-таки сток. В основном занимаемся продажей остатков. И не могу найти ценник. Но я думаю, что это где-то в районе 1500 стоит. Можно уточнить, написав нам. Вот такой вот очень интересный серый цвет с синим подтоном. А вон ценник болтается внизу. Ага, вижу. Но просто потрясающее платье. Он не просвечивает. 1690. Он не просвечивает, он пластичный, мягкий. И эстетика льна все равно остается в этой ткани. Он не похож на вискозу или на что-то еще. Вот это именно такой очень крутой, дорогой лен. Так, вот такие вот белочки, или это петушок? Петушок, похоже. Так, это рубашечка хлопковая, 690 за метр, с хорошей ценой. Ну, приятная на ощупь, практически вообще не светит. Можно легко использовать на платье, легкое, без подклада, рубашку или другое какое-то изделие. Так, вот это мне очень нравится. Хочу показать.
Так, это Зения. 1,60 м всего кусочек. Для самых стильных жакетов. Мне кажется, даже мужских. Сделайте своему мужчине подарок. Он будет безумно рад. Потому что ткань очень достойная. И из таких тканей шьют именно премиальные бренды. Так, в двух цветах. Очень яркие. Особенно мне нравится вот этот красный апельсин. Лен. Не просвечивает. Посмотрите, как классно. Это говорит о том, что можно сшить без подкладки. 1690. Сток Гуччи терракотовый. И то же самое, только другая цена. 1350. Сиреневый лен. Он такой же плотности, не просвечивает. Тоже очень красивый яркий цвет. Так. Нас часто спрашивали про розовый. Наконец-то он появился. Ярко-розовый, не просвечивающий, плотненький лен. 1500 за метр. Есть добавочка хлопка. Хороший вариант для платья. Небесно-голубой рубашечный вариант. Просвечивает. Плотность рубашечная. Но можно и на подкладочку, на платье, в принципе, тоже. 1100 за метр. Так, вот этот просто бомбический. Когда берешь лен и чувствуешь, что он мягкий, шелковистый, имеет приятный лоск, это просто нереальное ощущение, ни с чем не сравнимое. Посмотрите, какой он пластичный, просто потрясающий. И очень красивый цвет. А, есть добавочка вискоза, поэтому такой пластичный. 1350 за метр. Мне кажется, его просто надо брать и сразу шить прямо в этом сезоне. Еще успеть поносить, потому что он нереально крутой. Так, это, мне кажется, еще купра к нам приехала. Тоже спрашивали про серую купру. Позерика, 1490. Купры, это, напомню, что такое. Это то же самое, что и вискоза, чуть-чуть отличается выработкой. Шелковистая, пластичная. Прекрасный вариант для рубашек или платья. Так, ну еще давайте посмотрим несколько позиций. Если вы какой-то рулон увидели, я его не показала в этом обзоре, напишите нам. Мы пришлем в личные сообщения вам все эти варианты. Так, в сером цвете 890 с добавкой шелка, обратите внимание. Но такой более сухенький, более формодержащий, без дополнительного блеска. Смягченный черный лен 980. Кто не успел, очень хороший вариант. Очень мягкий, приятный, шелковистый. Я бы такой точно взяла. Так, такой более структурный. Здравствуйте. Более структурный. Такой медовый оттенок чуть-чуть есть. Видны ниточки, переплетения. Но не видна цена. Так, вот, 1350 за метр, это Пол Смит, и это для создания таких более пышных фасонов, потому что он отлично держит форму. Ну и давайте еще буквально пару вариантов. Вот этот розовый мне понравился, оттенок приятный, рубашечная плотность, чуть-чуть просвечивает, 1350 за метр. Можно вот с этим, с голубым сочетать, и будет такой ванильный образ. И вот еще к ним один товарищ в сиреневом, в мягком оттенке, с такой же рубашечной плотностью. 1250 за метр, 100 Гуччи. Так, ну и, конечно же, вот этот яркий цвет мы тоже посмотрим. Тоже 100 Гуччи, 1350, нефритово-зеленый. Цвет зеленки. Не просвечивает, кстати, на костюмчике мягкий. На брючке с рубашкой будет классно. Так, и больше вариантов у нас в магазине. Приходите к нам в гости, либо пишите нам сообщение, мы вам подберем нужный вариант, потому что льнов еще очень-очень много. Хлопков, шелков и разных других позиций. Всем пока, всем до встречи!